Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария, совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь, сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию, и тебе заговорят твои радиостанции. Introduce myself. My name is Kiriba Milana. My birthday is on the 1st of July. I'm 11 now. But the way, а еще мне нравятся лемуры и зебры. Они забавны и интересны. Например, у каждой зебры свой разный полосатый узор, а молоко у нее розовое. Тебе не кажется, что немножечко увлеклась? Совсем немножечко. Прости, две программы мы будем ведущими вместе. Это Сергей, мы познакомились на съемках. А, это Сергей. I study English too. I'm interested in English songs and translate them. Оказывается, мы оба хотим изучить иностранные языки, например, как корейский или китайский. Хочу. Но это потом. Сначала насладимся летом, отдыхом и активными развлечениями. Мой отдых уже начался. С огорода вся семья отсыпается. А я продолжаю разминать руки пластилином. На каникулах обычно я записываюсь в разные лагеря. В этот раз посчастливилось попасть в Артек. Активный отдых. А у подростков по-другому и быть не может. Кто еще считает, что рыбалка – пассивный отдых? Бицепсы подкачаем. Выехал на природу, забыл мяч, ракетку. Но захватил с собой прорезиненную ленту? Так, завалялась в папиной машине. Найди два дерева. Подробную инструкцию покажем. Внимание! Весь июль проходит конкурс за суперприз. 4 самых активных зрителей, кто внимательно смотрит нас, следит за подростком в социальных сетях, пишет комментарии и не только. Ждут подарочные сертификаты на вкусняшки от магазинов «Конфетный двор», «Водолей» и «Водолей 2». Я коллекционирую медали, которые я получаю на соревнованиях по кудо. Летом уже тренировки заканчиваются. Зря времени не теряем. Сейчас я покажу Милане пару приемчиков, которые пригодятся каждой девочке. Сделай левой ногой вперед шаг. Поставь руки вперед. Смотри. Не сильно прижимай туловище, а кулак сжимай правильно. Так. Так ты можешь потравмировать себе палец. Немного согнись, немножко. Милан, я тебе хочу показать серию ударов руками. Двойка. Она довольно проста, но очень эффективна. Смотри. Левый удар. Правый удар. Чтобы удар был эффективнее, нужно доворачивать кулак. Бить не вот так, а вот так. Повторяй за мной. Нужно это... Я хочу тебе показать переднюю подножку. Чтобы ее сделать, нужно сначала взять захват. Потом шагнуть правой ногой между ног. Вывести из равновесия противника. Следующее. Шагнуть левой ногой в сторону. Нужно поставить правую ногу за ноги противника. А потом просто завернуть туловище. Каждые каникулы выходные я провожу на Кулаковском водохранилище. Здесь очень красивая природа, свежий воздух. В лесу очень много грибов и ягод. Также здесь можно встретить в лесу диких животных. Медведей, зимой волков. Например, недавно к озеру подходили олени попить воды. Главное не паниковать. А так все хорошо. Ну, близко к людям не подходит. Посетители базы оплачивают только за въезд машины, а вход, установка палаток и даже рыбалка бесплатны. Любители активного отдыха могут установить палатки на берегу озера, а любители более комфортного отдыха могут арендовать домики. Также на территории базы есть беседки, в которых можно провести свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения. Озеро очень большое, длиной 1,5 километра, а шириной 500 метров. В нем очень много рыбы, такие как
сазан, карп, толстолоб, щука, белый амур. Также у нас много развлечений. Например, можно позагорать, покупаться, поплавать на катамаранах. Совсем недавно у нас открылся единственный на Дальнем Востоке вейк-парк. Любой желающий может прокатиться на доске и почувствовать себя в роли вейкбордиста. Это очень увлекательно и забавно, получаешь незабываемые впечатления. Для новичка это на самом деле не сложно, все выдается, доска, ботинки. То есть любой желающий может встать, попробовать, и у всех получится. Трос тянет, и ты едешь за тросом по озеру, по воде, на доске. То есть ты можешь выполнять различные трюки, на трамплин заезжать, менять ноги в прыжке, там, по воде, по волнам. Также у нас открывается летняя терраса барбекю, где любой желающий может вкусно поесть, попить коктейли, кофе, чай. Будут хот-доги, стейки, гамбургеры, шашлыки и много других вкусностей. Колбаса, пельмени, сыр, конфеты и печенье. Всего-то побольше. А мне бабушка говорит, что хорошего должно быть много. Тем более в магазинах «Конфетный двор», «Водолей» и «Водолей 2» даже цены аппетитные. Сергей, то, что ты спортсмен, мы поняли, а сейчас я применю на тебе женский прием – неожиданность. Но сначала скажи, что помимо физической подготовки нужно для спортивной победы? Конечно же, качественная одежда и экипировка. Все же ты знаешь. Ты, как и я, любишь кататься на велосипеде. У тебя футбол, а у меня волейбол и пионербол. Предлагаю провести лето так же активно, но в новой спортивной брендовой одежде «Барракуда». Спасибо, я про него много слышал. Новый ГУМ «Пятый этаж»? Тут все для начинающих спортсменов, любителей и профессионалов, которые уважают боевые искусства. Ну или бегают, занимаются фитнесом. Да что там, в таких футболках будет просто круто гулять. О, эту линию одежды посвятили известному чемпиону мира по смешанным единоборствам Федору Емельяненко. Смотри, изображения на футболках будто бы нарисованы. Такая футболка называется «Рашгард». Советую! Антибактериальная пропитка не позволяет телу остыть. В этой футболке не страшны растяжения и травмы, хорошо пропускает воздух и практически не рвется. А может, проверим? После того, как купим. Так что теперь, если вы увидите ребят в обтягивающих футболках, не удивляйтесь и спешите купить себе такую же. Сегодня мы познакомим вас с интересным, а главное новым для нашего города видом спорта. Слэглайн называется, или стропохождение. Не путайте с канатохождением. В слэглайне используют нейлоновую ленту, слабо натянутую. Серьезным спортсменам под силу ходить по стропам в горах между жилыми домами. Один слэглайнер прошел по ленте длиной 224 метра над дамой озера в Швейцарии. Наверняка со страховкой. Слишком уж экстремально. Ребятам из цирковой студии «Искорка» всегда есть чем занять руки, ноги и головы. Им подвластно жонглирование шарами, кручение вантуса. Так, шутку они это называют. Даже велосипеды у них необычные, моноциклы. На первый взгляд сломанные, с одним колесом. Артисты умеют ходить по тонко натянутой проволоке. Теперь из жанра свободного эквилибра они сделали уличное развлечение. На расстоянии 5 метров между деревьями натягивают обычный машинный трос. С креплением помогает руководитель студии Сергей Павлович. Выдержит ли он нас? Интересно. Есть ли страховка и с чего нужно начинать учиться? Страховки нет, но нужно начинать учиться падать. Это самое главное – безопасность. И безопасность в том, что канат должен находиться на уровне таза. Чтоб не превышал бедра или там вот так вот. Ну это высоко очень. Это будет вот так вот. Вот. Получается руки в стороны и прямой ногой натягиваю. И баланс вот этой левой ногой и руками. Чтоб туловище было ровно. Кто первый, тот я. Не надо рукой держаться. Руку в сторону. И прямо вот здесь, вот, вот так вот. И на одной ноге вот так, как вот так вставать. Сможешь? Нет, не надо вторую ногу. Баланс, выпрямляй спину. Молодец. На самом деле незабываемые ощущения. Твои чувства, будто паришь над небом. Я помучился. Теперь настала твоя очередь.
пошел контакт. Давай, 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 давай. Давай, ты, конечно, сломалась. Второй шаг. Ощущения, блин, где? Это сложно очень. Получилось! Эта забава доступна абсолютно каждому. Хождение может перерасти в бег, прыжки и другие трюки. Сложно? С легла это вам не шутка шутить. Этот спорт вмещает в себя акробатику, гимнастику. Короче говоря, удачи вам, ребят. Мы попали в ловушку Златы и Ролана. Ребята были ведущими двух прошлых программ «Подросток». Так вот, они захотели нас подставить, пошутить. И объявили видеоконкурс «Слабо». Если мы не сможем повторить тот трюк, который нам прислал зритель, то приз достанется ему. Мы выбрали самое невыполнимое задание и приняли вызов. Полина в художественной гимнастике 7 лет. Тренировки у нее каждый день по 2,5 часа, поэтому уже есть серебряные и бронзовые медали. А вам слабо? Ну что ж, так как нас двое, предлагаю разделить. Я буду делать колесо и мостик. У моего папы 2 июля день рождения. Папулечка, я тебя поздравляю. И я тебе хочу доказать, что я могу не хуже Полины. Сергей, так кто будет делать шпагат? Я не буду. Я тоже не хочу. Ну что, сдаемся? Сдаемся. Полина, романтический приз на двоих, гончарную мастерскую от интернет-магазина подарков и впечатлений, дареный конь. Будет ждать тебя на Плеханова 85В. Вот так, мечты сбываются. Главное, не упустить свой шанс. Не секрет, что у нас в основном все население моряки и рыбаки. Кого и на какие снасти можно поймать, я и мой дядя Леша выяснили. Залог отличной рыбалки – это правильный выбор снастей. В сети магазинов «Рыбачок» и «Подсечка» новичку или спортсмену всегда помогут и всему научат. Например, разобраться в ассортименте насадок, прикормок, аксессуаров и предметов быта. Здесь все для любого вида рыбалки, будь то горная, озерная, морская или речная. Но основное направление этого магазина – карпфишинг, иначе спортивная карповая рыбалка. Команда «Подсечка» участвует в соревнованиях. Используют длинные удилища, силовые катушки, подсачки, крепкие лески, грузила и хорошие приманки. За 2 года команда «Подсечка» стала победителями «Биг Фиш». Поймали первую рыбу и заняли 2-е место. Кстати, ловля у карпфишеров идет по принципу «поймал-отпустил». И правильно, ведь рыбалка – это прежде всего активный отдых. Прогулки по берегу, постоянные движения руками, приседания, вставания – а если прибавить к этому и греблю на рыбацкой лодке, свежий воздух, то польза для организма получается огромная. Нам повезло, в магазине «Подсечка» постоянно проходят распродажи. А в разгар лета цены на все карповые товары -20%. Мы готовы. Главное теперь не забыть фотоаппарат, чтобы похвастаться уловом перед друзьями. В «Азбуке мебели» дешево! Еще дешевле! Весь июль в «Азбуке мебели» скидка 20% на все детские и мебель в школе. В эфире программы новый конкурс и новые условия. Включите любимую песню и спойте. Сергей, может лучше покажем, как это надо сделать? Включите ему сплин-романс. И лампа не горит, и в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Теперь ты. Говорю же, это просто лицензии.
никакие не звезды. Наберу в карманы горстки только. Не рассказывай взрослым. В общем, спойте под фонограмму. Любимое увлечение всех, кто остается наедине с собой. Запишите себя на видео буквально на 30 секунд, а самому харизматичному исполнителю приз. Сертификат на 2... Что? Сертификат на 2000 рублей. Пиццерия «Жар пицца» нельзя не соблазниться. Была, знаю. Там много вкусняшек, десертов, салатов, молочных коктейлей. И, конечно же, много пиццы. Шлите видео на почту или Прикрепляйте. Прикрепляйте его на стену сообщества ВКонтакте «Телемикс Подросток». Встретимся в социальных сетях и 9 июля. Пока! Бай! Всем пока! А, ну конечно, видео. Да ты домой, что ли? Ну, уже конец. Ты домой, что ли, хочешь? В следующей программе «Подросток» поговорим про музыку. Музыкальные инструменты и не только есть в известной пиццерии нашего города. Что слушают и поют взрослые, об этом лучше знают их дети. Маленькие корреспонденты 67-го садика все разведали и нам пропоют топ самых известных современных песен. Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария, совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай, как знаешь, сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию, и тебе заговорят твои радиостанции.